В этом году в фестивальной программе «Набата» принимают участие 6 картин. 3 из них – это новые художественные фильмы, которые были показаны зрителю в 2017 и 2018 году. Стартует фестиваль 11 октября в 6 часов вечера с исторической драмы под названием «Первые». Этот фильм об открытии севера, русского севера, об экспедициях Витуса Беринга, такая драматическая история с приключениями, с пиратами в кавычках, конечно. Главная цель фестиваля – как можно больше познакомить зрителей с современным кинематографом, а тех, у кого есть желание совместить просмотр фильма с изучением основ изобразительного искусства, ждут 18 октября на Большом осеннем открытии. Мы открываем выставку, персональную выставку «Равновесие» московского скульптора и графика, заслуженного художника России Олега Закоморного. Сразу после вернисажа и творческой встречи с писателем гостей вечера ждет следующий кинопоказ в рамках фестиваля «Набат». Еще одна новинка 2018 года – лента, которая не оставит равнодушным любителей футбола всех поколений. Ярким событием этого года стал чемпионат мира по футболу в России. И, конечно же, фестивальная программа не обошла эту тему, и мы показываем документальный фильм «Лев Яшин, номер один» о легендарном отечественном вратаре. Старшему поколению тоже есть что посмотреть на фестивале. В рамках декады пожилого человека для пенсионеров города покажут и ретроспективные фильмы, посвященные столетию комсомола. Бабушек и дедушек ждут советские киноленты «Добровольца», а также комедии «Семь нянек» и «Неподдающиеся». Не упустите прекрасную возможность посмотреть новое и хорошее старое кино. Открытие фестиваля пройдет 11 октября в 6 часов вечера. Вход на все кинопоказы свободный. Познакомиться с программой и расписанием можно в группе художественной галереи в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Мария Руинч, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров 24.